Мур-мур-мур, миру ня. Здравствуйте, дорогие друзья! Одновременно начали. Да. Всем привет! С вами Лисичка и Няшка. Няшка, да. Что ж, Лисенька, я тебя позвала на эту прекрасную сакуру в гости. Как ты думаешь, зачем? Я думаю, что сегодня будут крутые приключения. Я права? Будут крутые приключения, потому что я копалась в земле и наткнулась на очень странные блоки. Точнее, они не очень странные. Какой у меня замечательный цветочек, спасибо. Да, прекрасный цветочек, и я уже готова смотреть, что это за блоки. Надеюсь, ты по-настоящему готова. Я надеюсь, что я по-настоящему готова. Так, идем, идем, пошли со мной, я тебе покажу. Что ли, прямо? Да, да, вот прямо сюда, прямо здесь. Идем так, овца подвинься. И вот туда, вот здесь у меня шахта, между прочим. Как прямо, так сразу и налево. Иди за мной, да-да-да. Идем, успеваешь? Фига ты тут накопала. Я уже даже не копала, если честно. Я уже оставила отметочки, чтобы прийти потом забрать. Или крысы заберут, или что. Мне уже прямо в ломак. Вообще, я... копалась с определенной целью и хотела найти и одно, и другое, и пятое, и десятое, но пятое, десятое я нашла, одно, другое никак. Вот. Слушай, быстрее тебя. Как быстрее меня? Нет. Я иду впереди, ты сзади. Ты на контрол? На контрол? Смотри, я тебя сейчас... Ну ты вампир на минуточку. Да? А, у меня типа скорость, что ли? Ну, да, у меня, конечно, тоже скорость, но у меня скорость атаки, а у тебя просто скорость. Так, там сюда? Сюда, да. Да. Ай, что я вижу? Обугленные камушки. Да, 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 это они. Это они, обугленные камушки. И ты понимаешь, зачем я тебя позвала, да? Конечно, я хочу... Ты же готова, да, все, я выкапываю, я выкапываю. Да. Так, тихо-тихо-тихо, вот. Осторожно, ты уже прокопала. Ты уже сделала дырку. Прокопала. Ты сделала дырку. Осторожно. А чё мы снизу-то? Осторожно, осторожно. А чё мы снизу? В смысле снизу? А чё мы снизу-то? Я обычно сверху копаю. Короче, давай бить. Так, ты уже бьёшь, что ли? Да. Ты бьёшь без меня. Подожди меня, подожди меня. Я слышу его истерику. Блин! Ты живая? Ё-моё, бежим отсюда! Мне нужно туда внутрь. У меня... Можно мне внутрь, пожалуйста? Дракон, я нифига не вижу. О, я потушилась. А я не потушилась. Я знаю, да? А зато я могу его бить. О, да, отлично, он меня не может, а я его могу. Ты как? А можно мне побыть, пожалуйста? Где тебе? Все в порядке, да? Я очень напряжена, у меня максимально. Ты как там? Я тебе скажу. У меня здесь водичка есть и. Да, спасибо. У меня здесь водичка есть. Блин, и теперь есть твой труп тут. Но? Да, здесь есть мой труп, но это, в принципе, нормально. Да, по сравнению с тем, что здесь есть дракон. Да. У тебя уже просто 140 жизней уже. Ой, мы уже его хорошо подрали. Да. Так. Можно я как-то, блин, дракон? О, он полетел. Да ладно, он не ломает там блоки. Ты где, кстати? Я в проходе стою, я вот в этой, в тоннеле стою, но я до него достаю, я попадаю по нему из лука. 51, еще немножко, еще немножко, давай. Гаси его, гаси, я попадаю, давай. Самое главное, чтобы он сейчас не сломал блоки и не вылетел. И да, не сломал, это точно. Есть! Яйцо! Яйцо! Есть яйцо? Я не знаю, да, надо разобрать. Давай, лутай. Яйцо! Где наше яйцо? Где наше яйцо? О, есть! Серое яйцо, я видела. О, так, сзади. Лися. Уходи! Сколько денег! И изумрудики! Вау! Наше богатство! Блин, я никогда не думала, что... А, бриллиантики! Именно их-то я и хотела, собственно говоря. И твой труп тут ходит. Блин, слушай, а чего оно такое? Тут не двойное ли гнездо случайно? Ну-ка. А чего оно такое? Посмотри, какое оно. Обычное? Бывают гнезда... Точнее, в последних версиях гнезда такие здоровенные. А, вот оно что. Огненные какие-то. Что огненные? Знаешь, что? Огненные, потому что я их поджигаю. Брюлик. Я тебе могу сказать, что
меня в моем арсенале есть еще одно гнездо. Да ты что? Ну-ка, подожди, да. А яйцо я подобрала, да? Да. Яйцо! У меня есть яйцо! У меня есть яйцо! А теперь нужно тебе яйцо, да? Да! А потом... И у меня тоже, на самом деле, найдено одно гнездо. Да? Значит... Так. Да? Я думаю, да, что тогда такая. Само гнездо мы полутаем потом. Вернемся сюда. Здесь, в принципе, никуда ничего не денется. Мы же не это... Только вдвоем играем. Кроме нас тут золото никто не любит. О, да. Давай... У нас никто золото не любит, да. Давай теперь пойдем домой, я выложу свое драгоценное яйцо и пойдем гасить твоих драконов. Хорошо. Так. Ого. Так, только я хочу немножко осветить, чтобы потом можно было вернуться и все забрать, все деньги, которые здесь лежат. Ой, слушай, вот. Я тут как раз дома и хотела своим ребятам показать, что у меня тут, между прочим, для будущего доктора уже есть кабинетик. Его сделать красивым. Блин, это реально хорошая мысль. Слизняшка! У-у-у, няшки там слизняшки. Да. Короче, я думаю, что это будет уже в следующей серии, потому что в прошлой мы очень много к докторам обращались. Я чувствую, мне нужен свой. Да, да. Личный лечащий, личный терапевт. Да. Так, слизняшка, я хочу тебя пригрохать, отдай слизняшки. О, у меня наконец-то появились даже слизняшки, прикольно. Класс. Так, кабинет доктора — это хорошая идея, мой-то просто в котле сидел. Так, ладно, потом я все это разорю. Я хочу убить второго дракона, только надо сначала вернуться домой. Я мать драконов, кстати говоря, ты знаешь об этом? Я сейчас тоже буду матерью драконов. Так. Кстати, вот здесь вот есть маленькая такая штучка. Он орёт. Я уже слышу, что он орёт. А. Древний фолиан? Ты такое? Это специально оставила? Или... А, я это специально оставила. Так, хорошо, не срубаю. Давай мы... А, у меня свечки кончились. Кажется. Не, можно это срубить. Это я так... Я думала, ты захочешь сделать... Слушай, можно я украду седло у тебя? Конечно, бери. А, спасибо. Всё, я, короче, копаюсь вниз. И нет, он не проснулся, няшка. А чего он орал? Или это был не он? Я слышала его рев. Может быть, это сверху было. Так, ну что, я его скопала, мне кажется, достаточно. Можно его начинать бить. Так, ну ты-то видишь ночью, я-то не вижу ночью. О, красный, да? Красный дракон. Я-то, да, я-то сейчас лично вижу. Так, ладно. Я, конечно, вижу так себе, но дракона я надеюсь, что я все-таки увижу. Так, Лися, что мы находимся сверху. Да, и чтобы тебя не застрелить. А то мы... Застреливай ты, пожалуйста, дракона стреляй. Так, а ты знаешь, он может, наверное, в таким макаром сагриться на нас и полететь, да? Да, поэтому стреляй как можно быстрее. Я стреляю как могу быстро. У меня даже лук зачаренный на первую силку. Слушай, знаешь чего? Мы не сможем так просто туда спуститься, там тролль. Ничего страшного. А ты можешь, ты его выпьешь, да? Конечно, я отлично. С ним так много сталкивалась. Правда, я обычно ледяным мечом била, но все-таки. Ну, потому что... Ну, они хороши, как бы. Ну, блин, почему я-то они... не могу попасть дракона никак? Ты стоишь, наверное, вне этой зоны. Знаешь, что? Так, подожди, ты не... Мы его убили, да? Смотри, чтобы этот не сломал все. Тролль. Гаси тролля. Тролля, ну иди сюда. Так, а я пока побью все остальное. Так, иди сюда, какаха. Блин! Кто сильнее, кто главнее? Ты убила его, нет? Нет. Он там сейчас еще раз ломает тебе все. Ничего он не сломает, все. Ну чего? Да что ты такой мафный? Тролль, давай уже умирай. Я, к сожалению, издали тебе помочь не могу. Да, блин! Ой, я тебя подожгла, нет? Нет, ты вампира подожгла другого. Так, ну чего? Давай, лутай. Давай, огненный дракон. Во, все. Ну что, мальчик, девочка? Яйцо. Есть? Ну это было точно. Есть, вижу, да, все. Прикольно. И у тебя серая. Ой, я заберу лазуритики, ладно? В плату за помощь.
Мне как раз лазуритики нужны, да. Офигенчик! Слушай, два серых дракона. Супер! У нас будут, короче, серенькие. Ну чего? Смотри, у тебя дракон, у меня дракон. Может, раз на то дело пошло, давай выведем, может, наших драконов или чего? Естественно. Кстати, посох и желательно рог, наверное, тоже. Рог, да, кстати, рог тоже. Посох есть, так. Всё. Сейчас я тоже сделаю. Батя драконов! Блин, ты и мать, и отец в одном лице. Так, как там было у нас крафтики-то посмотреть? Ну-ка. Сейчас, подожди, у меня был кремень. У меня еще был где-то, подожди, сейчас. Я тоже батя. Нашла кремень, да? Да, все, у меня есть. Так, сейчас, у меня железо есть, это есть? Так, да. У меня слишком много всего. Так разгрузи свой инвентарь. Вот я пытаюсь, а оно что-то не убывает. Так, теперь надо яйцо, и надо, наверное, будет его загородить, и так, чтобы никто к нему близко не подошел. Я, наверное, пойду в какой-нибудь деревенский дом. Ну да, да. Я не знаю, мы будем его просто на земле жарить, или надо, наверное, знаешь чего? Надо. Я, наверное, в Незер схожу, притараниваю все-таки эту... У меня... Слушай, у нас нету реально, да? А у меня есть обсидия много. Хочешь, у меня сделаем? Обсидиван. Ну, знаешь что? А зачем? У меня же есть вечный этот. Блин, няшка, приходи ко мне. К тебе, а чего у тебя там? У меня же есть факела здесь. Какие факела? Давай, иди ко мне. Подожди, какие факела? Ну? Смотри, у меня же здесь он сверху есть. А-а-а! Давай, выбирай, блин. Вставай и просто туда совать, и все. Ну так, подожди, как мне туда добраться, а? Держи. О, спасибо. Все просто. Так. Все гениально. Яйцо, зажигаем. Все, я стою с посохом на изготове, чтобы тут же его это... Да. Так, а давай, знаешь что, пока мы ждем, я хочу у тебя спросить. Да, спроси у меня. Ну. Какого дракона ты считаешь самым красивым во всем Ice and Fire? Слушай, ну там обещают штормового, мы еще не видели, как бы. Но из существующих, да? Ты знаешь, вот именно красивым, не самым крутым, а самым красивым, да? Самым красивым, да. Мне нравится сиреневый и синий. Да. Это который сиреневый? Ну, ледяные. Есть там сиреневый и синий. Сиреневый, это который... как он называется? Или короче, фиолет. Такой яркий. Да, такой яркий. Да. И вот синий тоже. Я вот самый. Синий. Тебе тоже нравится, да? Вот может именно быть... он, который самый яркий. Угу. Сапфировый. Может... О, сапфировый. Да. А вы, ребята, напишите в комментариях, как вы считаете, какой дракон самый красивый во всем Ice and Fire. Интересно, да? У нас будет мальчик или девочка? А прикинь, если будут оба парни или оба девчонки. Не знаю. Ну тогда придется идти за третьим драконом. Ты сказала, у тебя еще где-то есть заначка из дракона. Да, у меня еще есть заначки дракона. Блин, вот хорошо быть вампиром, а? Вот вездесущая. Просачиваешься в своей форме мыши летучей. Просто везде, сквозь блоки пролетаешь. Кошмар. Потому что я мурлюсь. Вообще, я хочу, чтобы у меня была девочка. Нет, я хочу, чтобы у меня была девочка. Серая должна быть девочка. Ну, у меня тоже серый. Ну, блин, я даже не знаю. Я еще даже не знаю, как назвать. Надо сначала на него посмотреть. Я никогда не называю животных раньше, прежде чем посмотрю на их мордочку. Конечно. Так это надо ребят спрашивать, пускай советуют. Я сама хочу назвать своего дракона. А, ну у меня пусть пишут в комментариях свои предложения, как можно назвать дракона. Ну, это, конечно... С одной стороны, после хорошо. Того, как посмотрят. Ну, можно я сама назову своего первенца? Можешь сама назвать, да. А всех остальных? Мне как-то не всегда фантазии хватает. Я должна стать настоящей матерью дракона. Что за я за мать дракона, если не могу дать дракону имя? Вот, кстати, между прочим, у меня собака есть. Ты знакома с собаками? С собакой твоей? Кто это? Я сама его назвала. Граф Драку. Граф Драку? Да. Граф Драку лезет в драку. А как червяка назвала? А вот червяка пока не назвала. Червяка пока не знаю. Друзья, помогите лисичке назвать вот это длинное существо как-нибудь.
Ну когда же ты вылупишься? Мы тебя ждем уже столько времени. Очень, тебе же там хорошо, тепло. Давай, 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 вылупляйся. 6 минут, 5-6 минут они крутятся. Ну, так, можно ему дать эту печеньку? Пойдем. Мне все время кажется, что вот у меня за спиной какие-то монстры сидят. Хотя, конечно, эти монстры не так страшны по сравнению со всем, что мы с тобой видели. Блин, лисичка голыми руками задавила тролля. Кошмар! Алмазный меч есть, ты что? Алмазный. У меня меч, вон, драконий меч. Что мне твой алмазный меч? И все равно я не лезу к троллям, знаешь. В любом случае, каждое живое существо имеет свойство умирать, поэтому... Поэтому я решила стать вампиром, да? Да. О! Пш! Это твой пш? Или нет, это твой пш? Всё, это мой пш. Они, кстати, сразу спать укладываются. А потому что ночь, наверное. Наверное, ночь, поэтому он улегся. А у меня еще не пш. Ну, ты раньше меня начала выводить. Да, у тебя сейчас тоже будет. Да, девочка, поздравляшки! 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 Ну, теперь надо, чтобы у меня был мальчик. Ты тоже хотела девочку? Ну, если у нас у обеих будет девочка, то как бы потомство мы от них увидим не скоро. Сразу такие куча этих фоток новорожденного дракона, да? Надо фоткать его, пока он еще маленький и миленький, да? А потом вырастет в огромную огнеплюющуюся... Моя малышка! А у меня... Мальчик! Мальчик! У меня мальчик! У меня мальчик! Какой он милаха! Блин! Блин, да! И он тоже завалился дрыхнуть. Там точно ночь. Пошли на плечо к матери. Давай, давай, сажай своего на плечо, я своего на плечо. Давай, иди сюда. Я хочу его заскринить. Он шипит. Я его заскриню у себя на плече. Я должна снять шлем. Я не могу в таком неглиже. Так, я должна красиво. Я полностью разденусь, чтобы показать себя без плесени. Без интегрированной драконьей чешуи. Мы стали матерьми и батями драконов. Да. Ну, судя по всему, я батя. Да, да. И посты. Да. И подписки. Обязательно, да. И мне, и лисичке, и, короче, нам обеим. А если заглядывайте в описание, там есть много всего классного. А на этом все. Всем пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока. Мур.